Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу, как устанавливать одуванчик Лушникова для Canon на объективы системы Samyang. Также эти объективы в разных странах называются и продаются под марками Rokinon, Bauer, Vivitar, ProOptic, Valimax. Сегодня у нас на наклейке объектив Samyang с фокусным расстоянием 14 мм и со светосилой 2,8. Байонеты на всех объективах фирмы Samyang одинаковые, поэтому установка на такие байонеты одуванчика Лушникова будет также абсолютно одинаковая. Итак, нам потребуется, кроме самого объектива, одуванчик Лушникова для Canon и специальная полочка, которая продается в комплекте с одуванчиком. Калибр. Такой калибр вы получаете, если покупаете от 1 до 5 одуванчиков. И такой профессиональный калибр получают те, кто покупает от 5 и больше одуванчиков. Я использую как профессиональный калибр, так и обычный калибр для наклейки. Нам понадобится также суперклей, зубочистка для нанесения суперклея, скальпель и отвертка. Итак, в первую очередь нам нужно обезопасить заднюю линзу объектива от попадания на нее пыли и мусора при установке одуванчика. Для этого мы берем обычную крестовидную отверточку и откручиваем байонет. Он держится всего на трех винтах и откручиваются они очень легко. Дальше мы просто поднимаем байонет, откладываем его в сторону и закрываем объектив крышкой, чтобы туда не попала никакая пыль. Откладываем объектив в сторону, нам он пока не нужен. Все дальнейшие действия происходят непосредственно на байонете. Итак, нам нужно наклеить одуванчик. Мы берем калибр. Это обычный калибр, как вы видите. Прикладываем его так, как будто бы вы одеваете объектив в байонет. На калибре есть упор, который вы вставляете в стопорное отверстие вашего байонета. Вот. И вам нужно зачистить место посадки одуванчика от хромированного покрытия, иначе клей не будет держать ваш одуванчик. Я делаю зачистку от хромпокрытия вот таким вот прибором типа Dremel с алмазным бором, но если у вас этого нет, то вы можете воспользоваться обычным скальпелем. Итак, мы прикладываем полочку, на которую будет наклеен одуванчик, по калибру, отмечаем границы посадки полочки скальпелем, убираем калибр и зачищаем скальпелем место посадки одуванчика и полочки от хромированного покрытия. При помощи дремеля это делается очень быстро. При помощи скальпеля нужно приложить чуть-чуть больше усилий, чтобы под поверхностью хромированного покрытия проступил желтовато-красноватый металл основы. Зачистили хромированное покрытие и вытерли это место при помощи ватной палочки, смоченной в обычном спирте или, как в моем случае, в изопропиловом спирте, который быстрее испаряется.
Подождали, пока спирт испарится. Теперь мы берем обычный суперклей. Можно также брать суперклей, который выпускается в маленьких тюбиках. Вот, можно покупать суперклей и использовать, который выпускается в виде геля, но гель будет сохнуть немножечко дольше. Ни в коем случае не наливайте клей непосредственно из тюбика на байонет. Возьмите любую картонную коробочку или пластиковую коробочку, капните немножечко клея на ее поверхность. Этого будет более чем достаточно. Затем возьмите зубочистку, окуните ее в этот клей и нанесите его на поверхность байонета, на то место, которое вы зачистили от хромированного покрытия. Этого количества клея достаточно. Затем мы берем полочку, которую также предварительно обезжирили при помощи спирта с обеих сторон. И, приложив калибр к вашему байонету, кладем полочку по калибру. Убираем калибр и ждем, пока клей немножко высохнет. Для этого достаточно буквально нескольких секунд. Затем мы снова обезжириваем верхнюю поверхность полочки от пыли и жира, который может попасть с ваших пальцев. Ждем, пока он высохнет. И теперь наносим клей непосредственно на саму полочку, на которую мы и наклеим наш чип-одуванчик. Нанесли клей, приложили калибр, и по калибру приложили одуванчик. Калибр, как я говорил, можно использовать любой. Вот, как видите, одуванчик должен быть вплотную к внешней стенке калибра. Одуванчик наклеен. Ждем, когда клей окончательно схватится и подсохнет. Возвращаем на место ваш байонет. Закручиваем винты. И теперь нужно убедиться в том, что одуванчик наклеен правильно. Для этого нам нужна будет ваша камера Canon. Мы берем объектив и одеваем ее в камеру. Как видите,
камера показывает диафрагму 1,4. Почему она показывает диафрагму 1,4? Потому что диафрагма 1,4 и фокусное расстояние 55 мм прошиты в каждый одуванчик как значение по умолчанию. Соответственно, для того, чтобы нам запрограммировать одуванчик под конкретный объектив, в данном случае под объектив Sanyoung с фокусным расстоянием 14 мм и светосилой 2,8, нам нужно войти в режим программирования и произвести весь процесс программирования. Но процесс программирования вы сможете посмотреть в другой инструкции. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Для тех, кто хочет купить комплект одуванчика Лушникова для объективов фирмы Sanyoung, Bauer, Rokinon, Vivitar, Valimex, ProOptic, ссылки в описании. Спасибо за внимание. До свидания.